Здравствуйте. Телеканал «Видное ТВ» работает в прямом эфире. Сегодня в 9 утра стартовал на нашем телеканале благотворительный марафон «Благовидное». Мы целый день собираем деньги деткам, которым это необходимо. Мы уже рассказали вам о тех 4 семьях, которые нуждаются в нашей помощи. И дети, которые воспитываются в этих семьях, должны пройти реабилитационный курс. Это Миша, Максим, Лиза и Лена. Я хочу показать в течение нашего прямого включения несколько репортажей об этих детей. А начнем мы с репортажа о Мише. Каждый день Татьяны Макаровой словно дежавю. Домашние заботы поглотили 50-летнюю женщину. Кто-то скажет, обычный распорядок домохозяйки. Только у этой домохозяйки сын с тяжелой формой психического расстройства. Он сам не ест? Давай, держи. Давай кушать. При рождении Миши поставили два диагноза – детский церебральный паралич и порок сердца, которые позже не подтвердились. Множественные походы по врачам показали – мальчик страдает психическим расстройством. Он не разговаривал, но родители верили, что вылечат ребенка. А в 12 лет у него развилась эпилепсия. Вот резко просто раз – упал, и все, эпилепсия. И вот с этих пор вот у него психическая форма эпилепсии, и вот я с этим учусь. Поэтому если я ему лекарство, допустим, вовремя дам, у него могут судороги начаться. Поэтому я постоянно нахожусь рядом с ним. Иногда приходится отлучаться. Ну куда деваться-то? Работать Татьяна не может. Муж по причине здоровья тоже временно безработный. Помимо Миши в семье еще двое детей. Денег, конечно, не хватает. В феврале этого года мальчик попал в больницу, где заработал пневмонию. И без того ослабленный ребенок был на грани смерти. Семье пришлось потратить все сбережения, чтобы более или менее поставить Мишу на ноги. Татьяна жалуется, ему бы есть вдоволь, да вот только холодильник пустой. Ну что у нас на данный момент? Кефир, который необходим ребенку, у нас отсутствует. Дочка сегодня в гостях побывала, тортик привезла. Вот она все-таки любит своего братика очень сильно. Вот она ему творожки привезла. Ну, а вот и Мишины лекарства, вот эти слабительные, которые ему необходимы при случае это экстренных. Морозилка у нас, конечно, пустая. Мясо у нас тут отсутствует. Хотелось бы забить его полностью, чтобы все-таки что-то было. Помощи семья не получает. Лишь однажды соцзащита помогла крупной суммой денег. Лекарства, которые жизненно необходимы Мише, дают через раз. Поэтому приходится покупать их на свои средства. С подгузниками тоже беда. Долгое время их вообще не выдавали. Сейчас они есть, но плохого качества. От этого в квартире присутствует неприятный запах. Я бы, конечно, хотела, чтобы нам памперсами это нормальные памперсы были. Вот не вот это, чтобы было, вот чувствуете, да? Вот. Потом, чтобы лекарства мне не приходилось покупать, потому что я говорю, лекарства у нас сейчас, я говорю, вот Дипокин я поеду сейчас опять выписывать ему, а остальные я не смогу выписать, потому что их нету в поставке. Придется опять ехать покупать. Татьяна, ну а такой вопрос, как определить Мишу, может, какой-то оздоровительный центр? Вы знаете, я раньше в соцзащиту обращалась, чтобы его определить, чтобы я могла его забирать на выходные. Мне сказали, нет, вы знаете, его лучше отдать, и там нельзя его забирать на целый день. Мне предложили, чтобы я от него отказалась, и все. А я говорю, нет, вы знаете, я лучше пусть он дома у меня будет. Несмотря на такую трагическую ситуацию, Татьяна не опускает рук. В будущее смотрит с оптимизмом. Говорит, никогда не откажется от сына, ведь главное – это жить в семье, среди родных и любящих людей. Утешение мама особенного ребенка нашла в творчестве. Мастерит подделки из пластика, в ее коллекции десятки фигур. А еще верит в Бога и в то, что все будет хорошо. Если бы я не верила, мне кажется, я бы зачем жить для этого тогда? Потому что всегда надо верить в хорошее. Как бы не было тяжело в жизни, надо идти вперед и надеяться на лучшее. Вот самое главное в жизни. Каждый год на протяжении 15 лет в новогоднюю ночь Татьяна загадывает одно и то же желание. Чтобы Миша заговорил. Женщина уверена, надежда умирает последней. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Мы сейчас увидели в сюжете одного из мальчиков, на которых сегодня мы собираем помощь благотворительную. И я продолжу этот разговор с гостем нашей студии. Это Илона Броневицкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы нашли время в своем занятом графике и принимаете участие в благотворительном марафоне Ленинского района. Это само собой. Вот я хотела бы, мы с вами обе женщины, матери, поговорить о тех родителях, которые сталкиваются с
такой вот жизненной необходимостью воспитывать ребенка с тяжелым заболеванием, скажем так. Это вот матери-героини? Да, да. Я, ну, сейчас вот, вот эти слова о том, что нет, я от него не откажусь, это, я не знаю, это памятник материнству. И просто страшно смотреть, что в таких условиях люди живут. И я думаю, помогать, вот, вот каждый понемножку, это очень существенно. И в прошлом году был Вася Давилов наш. И я тоже, вот собрали же денег. В этом году приехали в сад, и Вася на своих ножках, он плохо ходил, он сам, все, он выправился. А давайте я небольшую предысторию. Да, в прошлом, это началось же вот с этого. Да, началось с того, что Леша Глызин, наш житель, говорит, давайте, вот у нас есть ребенок трудный, а давайте сделаем концерт. Ну, как-то мы подумали, концерт – это не очень эффективная история. Тут же подключились вы, спасибо, марафон, мы посадили сад. Сад тоже люди как бы покупали эти деревья и сажали, и подписывали. И в этом году сад зацвел, таблички висят. Вася, милый, не болей, будь здоров, расти большой. Вася ходит между этих деревьев. И я думаю, вот когда мы все вместе, мы небольшой кровью можем делать великие дела. Это правда. Это вообще не громкие слова. Угу. Как-то знаю об этом не понаслышке. Илона, я еще хочу рассказать нашим телезрителям, что сегодня в 17:00 у нас также будет благотворительный концерт во Дворце спорта. И вы будете его вести. Да что вы говорите? Мы приглашаем всех. Ну да, конечно. И приглашаем... Приходите, да. Но опять же, там будут стоять ящички, и надо понимать, что зачем мы пришли. И надо еще сказать, что в течение всего дня на телеканале «Видное ТВ» бежит строчка, где написан номер, по которому вы можете перечислять деньги через мобильный телефон. Это короткий номер 3434, где вы пишете слово «помогаю» и через пробел сумму пожертвования от 50 до 5000 рублей. Любую сумму можно выбрать. Ведь, Илон, согласитесь, и 50 рублей тоже. Вот любая сумма. И, ну, я знаю, у нас там вот, ну, есть собачий приют, и тоже люди помогают. Собакам вообще легче помогать, суммы маленькие. Но мы набираем на лечение этих животных, потому что, ну, их много очень трудно. А уж человеку помогать – это гораздо важнее. И, опять же, вот если нас будет много, любая сумма – 100 рублей, господи. 100 человек по 100 рублей – уже деньги. Вот. Ну, приглашайте еще раз. Приходите, пожалуйста, на концерт. Там будут стоять ящички, мы будем в них класть денежки. Я могу сказать, что мы вот так вот поутру, после Дня города, в садике, который вот парк за Дворцом культуры, тоже был концерт, выступали детки, и там какие-то пришли немного людей. Потом, я смотрю, собираются, и мы тоже собирали деньги на Васю Мотовилову. Ну, я бы сказала, вымогали. Вот, но набрали 1050. И вот все очень, я говорю, что вот потом, когда ты видишь, что это ребенок, который не мог встать, а сейчас он на своих ногах пришел, и он улыбается, у него теплые ручки, у него мама улыбается, у него мама мужественный человек, который смог это все принять, не пасть духом. И вот я хочу сказать, что глядя на этих людей, подумайте только о том, насколько мы счастливые, что у нас все нормально, у нас есть руки, ноги, у нас есть здоровые дети. И поймите, что помогая другим, мы делаем себя богаче. От нас не убудет, мы заработаем эти деньги. Вот. Так что, друзья мои, это было, да. Это был мой призыв. Я не буду больше задерживать Илону Александровну. Еще впереди большая концертная программа. Да. А мы продолжаем наш прямой эфир следующим репортажем. Сейчас мы вам расскажем о жизни мальчика Максима. Джульет, четвертый раз выключили свет. Иди выключи все с розеток, а то все сгорит. Соседи в этом доме дружные, жизнь заставляет. Хотя назвать это строение домом не поворачивается язык. Барак был построен в 40-х годах, но даже тогда, как человеческое жилище, не рассматривался. Это был загон для овец. Сейчас место проживания многодетной семьи. Ну какая жизнь в бараке, очень сыро на самом деле. У нас есть муравьишки, улиточки. Ну, в общем, такие насекомые, которые... Борьба постоянно происходит. Дети болеют постоянно, потому что сыро, действительно очень сыро. Вот, да. Выключается постоянно свет у нас вот сегодня за день 4 раза, например. А теперь внимание. Кварплата за это обиталище составляет
8000 рублей в месяц. И еще одно. Александра не работает, потому что сидит с Максимом. Ведь ему нужно круглосуточное и ежеминутное внимание. У нас очень много заболеваний на самом деле. Основные – это органическое поражение ЦНС, ну, центральной нервной системы. Это микроцефалия, это гидроцефалия, это тяжелая форма ДЦП, задержка, естественно, развития, речевая, психомоторная. Максиму 8 лет, но развитие у него годовалого ребенка. Он не говорит, не ходит. Весь мир умещается для него вот в этой кроватке манежа. И проводник в нем лишь тепло маминых рук. Нам ставили уже 3 даты смерти. Сейчас нам поставили 9 лет. Что до 9 лет он доживет и как бы все. Но мы в это не верим, потому что он живучий, так он жить хочет. Но он радостный, он держится за жизнь. Поэтому я думаю, что он будет жить. Что такое мужество? Это доблесть воина или отвага пожарного, бесстрашие канатоходца? Посмотрите в глаза этой молодой женщине. Кроме Максима у нее еще 2 детей. Дочери 4 и 15 лет. Все 4 они живут в одной комнате. Бывший муж не помогает совсем, ввиду уже другой болезни – алкоголизма. Единственный источник дохода семьи – это пособие на Максима. Оно составляет 12 тысяч рублей. Как выживает она? Где черпает силы? Я сейчас, к сожалению, совершенно одна осталась. И, друзей мало, потому что я все время дома прикована, я не могу никуда ходить. Такой ребенок, это тяжело. Люди не приходят, иногда бывает, потому что не расстраиваются того, что такой ребенок. А я улыбаюсь, мы держимся. Вот так. Ну и, наконец, о потребностях. О том, что так необходимо, но так недосягаемо. На самом деле, сейчас пока лето, нам гулять. Нам нужна очень хорошая коляска, конечно. Потому что мы недавно купили коляску. На свои средства я копила, конечно. Долго мы откладывали на нее, мы ее приобрели. Но она очень неудобная. Она скользит, то бишь он с нее падает. Ему надо, чтобы были специальные ремни, специальная подставка для ног. Держатели. Нужна такая хорошая, добротная коляска, которая стоит почти около 100 тысяч рублей. Коляска – это лишь вершина в огромном айсберге потребностей Максима. Среди прочих – курс массажа стоимостью 35 тысяч рублей, медикаменты, подгузники, различные виды терапий. Все это Александра перечисляет так, как будто говорит о туманности Андромеды, соседней от нас галактики, о чем-то существующем в природе, но недосягаемом. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Здравствуйте, мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И у нас в студии гости. Это глава Ленинского района Олег Хромов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы тоже принимаете участие в благотворительном марафоне. Я думаю, что не только словами, но еще и финансово поддержим наших ребят. У нас сегодня их 4, всем им необходима помощь. И, естественно, мне хочется в первую очередь, как законодателя, вас, Вячеслав Александрович, спросить, как сделать так, чтобы интегрировать, помочь этим детям каким-то образом чувствовать себя полноценными гражданами нашей России? Значит, вопрос он такой глобальный. Я могу сказать, что достаточно много проблем не только в нашей стране с такой категорией граждан, а во всем мире. И, конечно, мы в этой связи можем быть одними из, так скажем, лидерами мирового сообщества. И вот проводил я в Госдуме встречу, приезжал к нам в гости президент специальной олимпиады Тимоти Шрайвер, который, в общем, этой темой занимается давно. Их семья возглавляет специальную олимпиаду уже почти 50 лет. В следующем году будет празднование. И вот как раз эту тему в Госдуме мы поднимали, как эту категорию адаптировать, как их включить в нашу жизнь. И, конечно, это большой вопрос, требует и законодательных решений, закон, думают об этом. Да, закон находится в Госдуме, он прошел первое чтение, сегодня все озабочены тем, чтобы ко второму чтению он приобрел уже смысловой документ, где, в общем, многие вопросы комплексные, еще раз, касаются многих ведомств. Я надеюсь, что мы приступим к
к его, так скажем, доработке в ближайшее время. Олег Владимирович, ну а вас я очень хочу поблагодарить. Вот Илона сказала, в том году они вышли с предложением помочь ребенку, а администрация Ленинского района поддержала это начинание и не сделала этот акт, знаете, единоразовым. Получается, сегодня мы продолжаем традицию благовидного. Это действительно так, и я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех участников акции как прошлого года, те, кто вышли и посадили свое дерево в Васильевском саду, и сегодня вот в сетях я выложил результат уже цветущего сада. Ведь это продолжение жизни. Замечательно, что мы назвали этот сад Васильевский в честь Васи Мотовилова, кому мы помогли в прошлом году, и помощь оказалась результативной. Мы проводим не первую акцию, и если вы помните, накануне Нового года, уже два года подряд, мы проводим акцию «Подари мечту ребенку». И в прошлом году, в конце года, мы провели акцию и помогали уже людям пожилого возраста, те, кто в силу определенных жизненных обстоятельств не способны осуществить свою мечту, и мы хотели бы вот к Новому году им преподнести определенные подарки. У нас это получилось. Получилось это по инициативе не администрации, вы правильно заметили о том, что это инициатива самих жителей. Тогда инициативу проявил молодежный совет при главе. Сегодня это инициатива просто неравнодушных людей, которые, я уверен, сегодня, в день проведения акции «Благовидные», помогут еще четырем ребятишкам реабилитироваться. Я пока вас не отпускаю, предлагаю посмотреть еще один репортаж. Это про девочку Лизу. Аккуратно на мысочках Лиза делает свои неуверенные шаги по комнате. Маленькие ножки плохо слушаются, рядом самые близкие. Сейчас Лизе 8, в развитии она значительно отстает от своих сверстников, но мама и крестная надеются на лучшее. Вот она, мое солнышко, да? Диагноз гидроцефалия врачи поставили Лизе в 3 месяца. Головной мозг девочки стремительно начал расти из-за скопления в нем жидкости. Провели несколько операций и шунтирования. Шали с ней в больнице, у нее в сутки доходило до 3 литров банка. Очень много воды выходило. И вот головка перестановилась расти с того момента, как вот сделали ей, голова перестала расти. Потребуется ли еще операция, покажет время. Девочке нужно подрасти. А сейчас ей необходим каждодневный массаж, лечебная физкультура и занятия с дефектологом. Занятия очень дорогие. Мы вот делали сами курс массажа, нанимали, но все равно этого очень мало. Сколько стоит курс массажа? 1500. Один? Один. А сколько нужно? Ну, ей вообще надо в течение полугода. Каждый божий день делать. Вот так, каждый день, все вместе, они собираются на прогулку. Это стало возможно благодаря специальной коляске, но и ее уже давно пора заменить на новую. Сейчас она деформируется от того, что мы деремся, брыкаемся, нам же надо двигаться. Ну, а так все. Ступенька за ступенькой они преодолевают препятствия и борются с болезнью. Ирине во всем помогают родители и поддерживает старшая дочь Вика. Получается, все 8 лет я нахожусь по уходу за ребенком, не работаю, очень тяжело. Еще раз повторюсь, мне очень помогает моя мама, потому что какие-то личные, ну, как там, сходить в поликлинику, еще что-то, оставить ее не с кем, из-за этого, как бы, ну, бабушка постоянно у нас такая нянечка прям наша, спасительница. Мне кажется, нет больных детей, есть дети особенные. Когда она начала переворачиваться и кружиться по своей кровати, это вообще как у нас для всех радость. Врачи говорят, что все будет хорошо. То есть если изначально, когда нам только поставили диагноз, нам говорили, что такие дети не живут очень, ну, как бы долго, но все хорошо. Мы живем, мы радуемся жизни, мы активные, у нас все очень хорошо в этом смысле. Мы надеемся, будем ходить, бегать. На свежем воздухе Лизонька успокаивается и любит вздремнуть. Погода хорошая, а значит, сегодня ее не мучают головные боли. Сейчас важно не упустить момент и ежедневно проводить процедуры девочки. И, возможно, в скором времени маленькие хрупкие ножки самостоятельно будут ходить по этой детской площадке. Это главная мечта мамы. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. У
вот еще одна девочка, которая нуждается в помощи. И я назову всех. Это Миша, Максим, Лиза и Лена. Те детки, которым мы сегодня собираем деньги. И можно отправить уже сейчас на номер 3434 слово «помогаю» и через пробел сумму пожертвования. Можно это сделать от 50 до 5000 рублей. А мы продолжаем прямой эфир. Вячеслав Александрович, расскажите со стороны. Вот Ленинский район, мы знаем, что это люди инициативные. А как часто они, вот может быть, в разговоре с вами приходят с инициативой вот именно помогать и творить добрые дела? Ну, во-первых, я хочу сказать слова благодарности главе. Он достаточно много инициатив таких социально направленных уже ввел. Ну и сам этот марафон с таким красивым названием «Благовидное» говорит сам за себя. На самом деле мы, помогая другим, делаем сами себя лучше. Это все-таки ж в нашей стране исторически как-то вот люди, которые с особенностями, так скажем, да, они как-то не воспринимались как равноправные члены общества. Конечно, это нужно переламывать. Это мы их даже раньше не видели. Да, они в закрытых учреждениях и так далее. То есть мы должны понимать, что сегодня ситуация меняется. И мы хотим, чтобы вот, люди с особенностями были частью нашей жизни. То есть вот благотворительные акции, все, что связано с помощью конкретным людям, делает нас всех добрее, лучше каждого из нас и всех нас вместе взятых. А как быть неравнодушным? Ну, нужно понимать, что иногда вот помощь тому, кто нуждается больше всего, вот даст тебе шанс быть лучше, наверное, тоже, в общем, и состояние души, и все, что происходит в твоей семье, и в обществе в целом. То есть это и самоуважение, это и возможность сказать, что вот мы помогли, и вот такое чудо произошло. Конечно, это, ну, большое дело, и мне кажется, чем больше мы их будем делать, я думаю, что привлечение к любым акциям людей известных, тех, кто, в общем, ну, в мире так принято, да, может поддержать ту или иную акцию. Вот недавно совсем прошел марафон «Двигающие сердца», я принимал в этом участие. Наталья Водянова эту тему, в общем, в свое время озвучила, и она набирает темп. И вот с каждым годом все больше и больше людей приходит, все больше и больше людей откликается на то, чтобы вот, помочь конкретным людям по решению конкретной проблемы. Конечно, в то вдохновение, когда ты вот в таких акциях масштабных участвуешь, ну, это объединяет людей по-любому. Олег Владимирович, как вы считаете, правильно мы делаем, что именно адресную помощь оказываем, что рассказываем, вот эти люди нуждаются в помощи, а не в общем, знаете, для общества инвалидов? Сегодня, если посмотреть даже на программы передач, которые проходят по центральным каналам, очень часто скандальными темами становятся именно темы привлечения денег в благотворительность. И вот когда помощь является неадресной, это вызывает больше всего вопросов. А когда мы видим конкретный результат, вот как это было с Ваней, мы видим результат, мы видим с Васей, мы видим, что ребенок поправляется, ребенку лучше. И вот когда мы увидим двух мальчишек и девчонок, я думаю, что в ближайшей перспективе более здоровенькими, вот это и есть главный результат. И помощь должна быть только адресной. Мы продолжаем с вами прямой эфир, отпускаем наших гостей прямого эфира. У них очень много дел еще до сегодня запланировано. А сами посмотрим сюжет про девочку Лену. Лене Поповой 5,5 лет, и все эти годы родители не переставали верить в лучшее и делали все возможное, опровергая мрачные прогнозы медиков. При рождении ей говорили вообще, что как бы ребенок умрет до года, и нечего даже никаких попыток предпринимать, сделать. После года уже стали говорить, двигательно будет лежать, значит, надо будет вставлять там крючки в позвоночник, конструкции специальные, чтобы она сидела. Но когда она сама села, 2,5 года, ну, занимались много с ней, тогда уже сказали, вы уже как бы много добились. В наш прагматичный век люди уже не верят в чудеса, но то, что сделала эта семья, настоящее чудо. Тем более, что даже сами врачи не знали, как лечить ребенка. У меня редкий генетический диагноз, даже нет названия ему. Нарушение, ну да, 7-й хромосомы там в двух местах. И это сказывается так же, вот как
нарушение опорно-двигательного аппарата, почек, затронута функция мочевого пузыря и умственная отсталость. Также, к сожалению, отягощен этот диагноз. Каждый ребенок-инвалид имеет индивидуальную программу реабилитации, в соответствии с которой государство оплачивает процедуры, лекарства и приборы, необходимые для маленького пациента. Но поскольку у Лены очень редкий диагноз, практически все родители оплачивают сами. Двигательная терапия специальная. Ребенка учат ползать, все это без боли. Одно занятие 2800 рублей. И сколько требуется? Значит, требуется минимум 2 занятия в неделю и постоянно. Вот мы занимались полгода. Больше средств нам не хватило, и мы прекратили заниматься. Помимо родственников и друзей, семья получает небольшую поддержку от благотворительных фондов. Один из них подарил семье коляску и кресло, которые стали огромным подспорьем в уходе за ребенком. Это кресло так регулируется, что помогает корректировать сколиоз. И поэтому в нем она проводит некоторое время, когда кушает всегда. И, ну, играет сам бывает. Во многом жизнь Лены напоминает жизнь обычного ребенка с определенной поправкой на отставание в развитии. У нее 2 старших брата, которые тоже активно помогают родителям и заботятся о сестре. Расписание дня типичное для маленького человека. Еда, занятия, игры. Питание по определенной диете. Питается без глютена и без казеина. Это значит без пшеницы и без творога, без молочных продуктов. Они плохо перевариваются. На этой диете овощи, фрукты, мясо, рыба, каши. Только безглютеновые, то есть гречка, пшено, рис. Uh-huh. Вот. И, ну, компоты там, сладостей никакие нет. Uh-huh. Печенье там, все это под запретом. Размеренная жизнь нарушается постоянной необходимостью проходить лечение. Видно, нужных специалистов нет и приходится постоянно ездить в Москву. Увы, но службы социального такси в Московской области нет. Вкупе с расходами на лечение суммы получаются астрономические. 3 операции уже сделали в ЦИТУ. На ноги и на позвоночнике, на спинном мозге в Солнцево. Вот. И постоянно мы под наблюдением нейрохирурга, то есть уже 10 МРТ, 10 наркозов перенес ребенок, как бы это все постоянно, да. И постоянно уролог, нефролог, все, что вот как бы у спинальников плохо функционирует, приходится это все контролировать. С любовью в сердце и верой в душе, преодолевая трудности, этот маленький человек и его семья каждый день доказывают – чудо существует. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Правильные слова сейчас прозвучали в репортаже Максима Козлова. Он сказал: чудо существует, а чудо мы можем сделать с вами. Мы можем собрать деньги, которые необходимы Мише, Максиму, Лизе и Лене. Эти дети нуждаются в реабилитации, они нуждаются в постоянном лечении. И мы можем собрать их, даже вот сейчас, взять номер, взять мобильный и отправить на короткий номер 3434 слово «помогаю». И после пробела сумму, которую вы можете пожертвовать. Ведь помогать легко. И хотела вам сказать, что это не заканчивается на этом наш марафон. Мы еще будем в 16:00 выходить в эфир, рассказывать, как проходил сегодняшний день. Наши корреспонденты были на разных площадках. Также к нам придут в студию гости. Дмитрий Книга их уже будет встречать. Ну а тем, кто не хочет этот день оставаться около телевизора, мы приглашаем во дворец спорта. Уже в 16:00, детки, вот если вы слушаете, берите своих родителей и поторопите их, чтобы они собирались. Там будет интерактивные площадки работать. Вас будут катать пони около дворца спорта. Вы можете заняться робототехникой, разные мастер-классы. И, естественно, завершится все большим праздничным концертом в честь Дня защиты детей. И мы не забываем, что сегодня День защиты детей. И этот день стал для Ленинского района днем благих дел. Мы совершаем благотворительную акцию под названием «Благо видное» в помощь и поддержку нуждающихся. Не забывайте про это, помогать легко. Я вам еще раз напоминаю, 3434, слово «помогаю» и сумма вашего пожертвования. Всего доброго, встретимся чуть позже.